Уверенный взгляд, зажигательная музыка, а за каждым движением не просто хореографическая связка, а скрытый смысл. Виктория Высоцкая объявляет войну коронавирусу с помощью зумбы. Это танцевальная фитнес-программа на основе известных ритмов. Такой способ держать себя в форме особенно популярен у когалымчанок. Видео Виктория снимала ради забавы, однако после того, как ролик попал в интернет, антикорона-зумба, именно так она назвала свое творение, стал настоящим хитом. Любительские кадры дали старт онлайн-флешмобу. Естественно, на Ютубе тоже все танцоры, они продолжают какие-то онлайн-уроки, но некоторые продолжают снимать что-то и, естественно, делают это в масках. Я увидела где-то на подписанном мною канале, что сняли тоже три девочки зумбу в масках, ну, на безопасном расстоянии, там, в перчатках, и играла песня, в которой были слова про коронавирус. Я подумала, это круто. Если там Бразилия это сделала, то Россия обязана тоже это сделать, Когалым в частности. Рядом с Викой верные единомышленницы. Дистанция 1,5 метра, на лицах защитные маски, а в сердцах только оптимизм. Давайте прям спросим у девчонок, как им вообще такая короназумба. Девушка, расскажите, как настроение? От души! От души. А иммунитет укрепляем? Конечно, укрепляем. Здоровый образ жизни любим? Конечно, с ног до головы укрепляем. Продолжаем наш опрос. А вы скажите, вот почему согласились принять участие вот в таком проекте? Потому что мы засиделись дома, нужно немножко размяться. Ну, соблюдая меры все. Конечно, мы обязательно в масках, обязательно на расстоянии друг от друга. Все, спасибо вам большое. Виктория уверена, антикорона-зумбу ждет продолжение на просторах интернета. Дорогие друзья, можно смело предположить, что с таким напором к здоровому образу жизни любая пандемия не страшна. Мы ее преодолеем, потому что у нас есть не обычная зумба, а короназумба. Никита Рогозин, Михаил Суханов, специально для новостей.